Михайлович, уважаемый Сергей Дмитриевич, уважаемые коллеги. Большое удовольствие, большая честь присутствовать на нашем очень интересном, очень содержательном форуме и представить вам видение того, что вот представлено на слайде, те процессы и те направления развития, о которых говорили уважаемые мои коллеги передо мной, они реализуются в пространстве. Я буду говорить о пространственных аспектах. Я хочу вот начать свое выступление со слов Бориса Юрьевича, который открывал нашу пленарную сессию, сказал, что надо говорить с людьми на более понятном языком, на более понятном языке и говорить с людьми. Я бы это перефразировал и сказал бы, что в рамках экономической политики надо говорить с регионами, надо говорить с теми субъектами экономической связи и отношений, которые реализуют свои проекты в конкретной точке, на конкретной территории, в конкретных исторических, географических, экономических, если хотите, условиях. И также оттолкнуться от наших двух сопредседателей, то есть о том, что важна наука, важна кооперация, нужны формы организации науки, которые бы обеспечивали эффективное развитие. Это первый сюжет, и важна новая модель пространственного развития. Вот Академия наук по этому пути пошла. То, о чем я буду говорить, это наше видение того проекта, который мы реализуем. Академия наук за прошедший год переходит в том числе на финансирование, на организацию научных исследований в рамках крупных проектов. Вот крупный проект, который мы реализуем в Сибирском отделении в составе 7 институтов, представлен перед вами. Он звучит «Социально-экономическое развитие Азиатской России на основе синергии транспортной доступности, системных знаний о природной среде и расширяющегося пространства межрегиональных взаимодействий». Это все предполагает то, о чем говорил Сергей Юрьевич и уважаемые другие мои коллеги, и вопросы низкоуглеродного или экологического развития, и вопросы, связанные с регулирующей ролью государства, потому что пространство и рынок – это не всегда и не в полной мере соответствующие друг другу, так сказать, агенты, не агенты, взаимодействующие стороны, поэтому необходима регулирующая роль, необходимо понимание этих процессов. О чем говорится или о чем идет речь, когда говорится о пространстве? Не только о том, что надо учитывать, какая большая территория, но о том, что проекты реализуются в пространстве. Это первый сюжет. И второй сюжет, который чрезвычайно важен, о котором говорили мои уважаемые предыдущие коллеги, о том, что существует много измерителей, социальные, экологические, но я бы сосредоточил сейчас в рамках тех задач, которые стоят перед российской экономикой, перед наукой, на главном показателе, это на доле и на структуре высокотехнологичных рабочих мест, которые сосредоточены в рамках российского пространства. Нельзя и неправомерно сосредоточивать все высокотехнологичные рабочие места и конечные звенья высокотехнологичных производственно-экономических цепочек в очень узком круге агломераций или в портовых зонах, как это предлагает концептуальное положение новой экономической географии, которая активно пропагандируется, проповедуется в Российской Федерации, но которая не в полной мере соответствует нашей истории, нашей географии, нашим условиям, условиям реализации экономических процессов. У нас, как вы знаете, несколько лет назад была принята стратегия пространственного развития. Она не работает, это документ не жизнеспособный. О чем и почему это случилось, я немножко расскажу. Попытаюсь представить наше видение и те проблемы, которые пока не решены, но какие нам видятся подходы к их решению. Итак, какие основные проблемы? Вот они перед вами, с которыми сталкивается не только Восток России, но и пространство России в целом. Это и депопуляция, это и низкая эффективность, включая не только и не столько материалоемкость, но и экологическую емкость, и все другие показатели, характеризующие интенсивность использования ресурсов. Это институциональная проблема, здесь говорилось о налоговой системе, о рентном налогообложении. Но я хочу сказать, что рентное налогообложение – это довольно емкая и широкая область, и рентное налогообложение в настоящее время
ведущих высокотехнологических экономик мира понимаются в тесной взаимосвязи и обусловленности с развитием науки и повышением конкурентоспособности экономики в целом, а не просто увеличение нагрузки, изъятие арендных налогов, что само по себе важно, но это также должно быть взаимосвязано с научно-технической политикой. Подходы, которые мы видим принципиальные, они перед вами, они очевидны. Здесь обращу внимание на экономику человека и повышение качества человеческого капитала. Что у нас происходит на востоке страны? Смотрите, вот данные за 2018 год. Вот корпорации, крупнейшие экономические субъекты, хозяйствующие субъекты на востоке России, объем выручки их устойчиво меняется, устойчиво снижается по мере продвижения от запада к востоку. И здесь еще не отражена другая важная особенность, что в рамках этих хозяйствующих структур или субъектов превалируют на 90% первичные переделы, то, что называется в минерально-сырьевой экономике апстрим, то есть добыча, первичная переработка и, как правило, вывоз за пределы региона слабо обработанных продуктов или слабо обработанных полуфабрикатов. Что мы предлагаем, какой принципиальный подход важен, в котором надо аккумулировать многие из тех мер, о которых говорили мои уважаемые коллеги. Это создание, поддержание пространственных цепочек, создание и использование стоимости социальной ценности. Мир оперирует понятием социальной ценности. Здесь не буду приводить примеры Норвегии, Канады, даже Шотландии, той части, которая она является сырьевой экономикой, в определенной степени Соединенных Штатов. И вот здесь, видите, это наука, технология, продукция, но не только в виде переработки того, что добывается и получается, но и в виде тех технологий, навыков и умений, которые используются на входе в эти процессы, в эти переделы, и которые также являются важнейшей составляющей интегрального мультипликатора, влияют на динамику экономики и страны в целом, и отдельных регионов. И современная ситуация, вот внизу написано, это слайд состоит в том, что таких цепочек у нас или почти нет, или они чрезвычайно короткие, охватывают лишь начальные переделы. Могу это проиллюстрировать на примере той отрасли, о которой говорил Борис Николаевич, применительно к альтернативной энергетике. И на прошлой неделе был опубликован очень интересный доклад по редкоземельным металлам. Классическая картинка, как имеет место быть создание стоимости, ценности в рамках целой цепочки переделов. По мере того, как растет добавленная стоимость, сужаются рынки. И что у нас происходит? Мы обладаем колоссальным потенциалом, мы что-то добываем, что-то весьма мало, менее 2% от мирового производства, но мы в то же время почти все то, что потребляем, импортируем. Потому что структура переработки, структура, так сказать, использование, подготовки к использованию, она неадекватна той промышленности, тем спросовым условиям, которые существуют в российской экономике. Отсюда важнейшая особенность реализации того подхода, о котором я говорил, это не только и не столько формирование цепочек, не только и не столько крупных поддержка крупных игроков, но это в значительной степени и все то, что связано с формированием внутреннего спроса. Внутреннего спроса через различные инструменты фискальной, научно-технологической, структурной, транспортной и прочих политик. Что мы предлагаем? Можно, конечно, очень много мероприятий, которые формируют весь спектр возможностей, весь тот, всю ту направленность развития экономики, которая определяется на пространственном уровне, потом интегрируется на уровне страны в целом. Но нам представляется сейчас такая ситуация, когда важно выделить структуру, определяющую проект. И мы этим сейчас заняты в рамках этого проекта совместно с нашими коллегами. Это так называемая концепция большого толчка. Что мы предлагаем? Это проект «Металлургия плюс». Это южно-сибирская конурбация. К сожалению, города Сибири, начиная от Тюмени и заканчивая Хабаровском, почти полностью не участвуют в реализации тех проектов в минерально-сырьевом ресурсном секторе, не являются поставщиками оборудования. По Кузбассу, например, статистика очень удручающая, порядка 140 миллиардов потребностей в оборудовании, 5 миллиардов производства в рамках Кузбасса. Сибирь поставляет еще дополнительно 2-3 миллиарда. Все остальное – это преимущественно импорт.
из дальнего, ближнего зарубежья и никак не связаны с участием российской промышленности. Это углеводороды, это не просто переработка, та, о которой говорит компания «Сибур» в настоящее время. Это в основном крупнотоннажные, малотехнологичные полимеры, а переработка ориентирована на производство малотоннажных, высокотехнологичных материалов для производства современных пластиков и конструкционных различных изделий. Это уголь, это не уголь в его классическом варианте, просто добыча и экспорт, о чем сейчас говорится, уголь во взаимосвязи с решением социально-экономических проблем всего юго-восточной части азиатской России и во взаимодействии с другими отраслями. Это, конечно, лес и лесное хозяйство. Все это формирует область пространств, которые мы сейчас оцениваем, собираем данные, формируем платформы, современные технологии, анализа и работы с такого рода проблемами. Здесь я бы о чем хотел сказать, о том, что говорилось и совершенно справедливо, что нужна поддержка крупных корпораций, высокотехнологичных протяженных цепочек создания ценности и стоимости. Это важно, но не это в том числе является главным акцентом в этой работе. Не менее важно формирование горизонтальных связей в рамках отдельных переделов на территории. Потому что политика формирования таких взаимосвязей и взаимодействий в рамках крупных корпораций в конечном счете приводит к тому, что не принимаются во внимание проблемы местного спроса и местных условий функционирования экономических объектов и экономических агентов. Вот проект «Черная металлургия плюс» может показаться, что это проект из давно забытого прошлого, из индустриальной экономики, отнюдь нет. Это новые материалы и новые виды конструкционных изделий, которые должны использоваться при создании современной инфраструктуры. Поэтому здесь выделено, смотрите, производство черных металлов, машиностроение, развитие транспортной инфраструктуры. К сожалению, у нас сейчас вот готовится стратегия социально-экономического развития. Позавчера было объявлено о том, что готов пакет этих проектов. Но вот этих связок инфраструктурных проектов с другими отраслями и сферами, обеспечивающими реализацию этих проектов, пока не прослеживается. То есть тот мультипликативный эффект, те возможности, которыми располагают российские территории, не будут при таком подходе в должной степени использованы и реализованы. Что мешает всему этому? Мешает прежде всего то, что доминирует, это наша общая точка зрения с нашими уважаемыми коллегами и по секции экономики, и по нашему консорциуму, организации, что доминирует корпоративное и отраслевое начало. Как правило, многие документы, которые предлагаются и продвигаются для реализации, они являются сводкой тех разработок и проработок, которые сделаны на уровне корпоративного звена. Это важно, но это недостаточно, потому что это не рассматривает всю ту совокупность условий и факторов создания социальной ценности. И вот среди причин я называю то, что связано с природными ресурсами, то, что связано с пока еще чрезвычайно высокой эффективностью. Можно ли об этом говорить и можно ли этим заниматься с точки зрения воздействия на экономическую политику? Да, можно. Это направляемый процесс. И вот те меры, те подходы, которые нам представляются крайне необходимыми, это фискальная нагрузка, это целевое субсидирование, это согласованная принудительная локализация. Я не буду говорить здесь о примере Норвегии, которая на 75% локализовала весь хай-тек, который связан с шельфовыми технологиями. Канада, целый ряд других стран. У нас почему-то это отдано всецело на откуп рыночным силам, рыночной стихии, и в результате, если мы посмотрим показатели локализации, они выглядят неплохо. Но в этом зале сидят экономисты. Когда вы анализируете активы, вы разделяете их на пассивные и активные фонды. Так это в основном пассивные фонды. То есть это фундаменты, здания, сооружения, трубы и другое низкотехнологичное оборудование. Все, что касается высокотехнологичного оборудования хай-тека, это до сих пор импорт. И здесь ситуация, так сказать, не является, не дает оснований для оптимизма. Поэтому необходим переход на проектный уровень. И какие здесь нам видятся ключевые шаги и меры? Это инфраструктура, это создание экономических макрорегионов,
это создание переориентации бюджетной системы от трансфертов на стимулирование экономического развития. И вместо заключения, подытоживая все то, что я сказал, нам представляется важным, это особенно я бы выделил вопросы, связанные с кооперацией, интеграцией, сотрудничеством, партнерством. Это сейчас архиважно. Мировой опыт и мировая практика, об этом уже говорилось в общем таком экономическом контексте, в общеполитическом контексте, но этот контекст не теряет своей актуальности на корпоративном, на проектном уровне. У нас, как правило, один проект, одна хозяйствующая структура, одна корпорация. Это нонсенс в современных условиях, в то время как в тех же странах, имеющих опыт опережающего или динамичного высокотехнологичного развития, есть принуждение к кооперации, к взаимодействию даже компаний-конкурентов. У нас почему-то в этом вопросе проявляется чрезвычайно большая нерешительность. Я бы здесь подчеркнул гражданско-правовую модель взаимоотношений по линии государства-недропользователь, природопользователь в целом. Без этого развитие и реализация подобных подходов невозможно. Двухсторонние договорные отношения, так называемые договорные, которые не имеют юридической силы, они малоэффективны, малопродуктивны и только вуалируют ту общую неблагоприятную картину, с которой нельзя согласиться. И не могу не отметить, что решение этих проблем принципиально Россия – федеральное, федеративное государство по Конституции. Здесь вот у Бориса Юрьевича, со слов которого я начал, было сказано о ельцинском принципе 50% налогов. Это не ельцинский принцип, это принцип федеративного государства. Мы отошли от принципов и финансовой системы, и в регулировании экономических отношений, от того, чем является наше государство по Конституции. Давайте вместе двигаться в этом направлении. Спасибо за внимание. Спасибо большое, уважаемый.